President of the Azerbaijani Republic. Главным дестабилизирующим фактором ситуации на Южном Кавказе стала агрессия Армении против Азербайджана, принесшая несчастливые бедствия миллионам людей. В ходе агрессии армянские вооруженные силы оккупировали 20% территории Азербайджана, осуществили этническую чистку и изгнали 1 миллион азербайджанцев из родных земель. В связи с этим Совет Безопасности принял 4 резолюции, в которых однозначно подтвердили суверенитет, территориальную целостность и нерушимость границы Азербайджанской Республики и безоговорочно потребовал немедленного вывода армянских вооруженных сил из оккупированных ими территорий Азербайджана. Но с 1993 года по сей день решения Совета Безопасности так и остаются на бумаге. С 1992 года вопросом урегулирования армяно-азербайджанского конфликта занимается ОБСЕ, но ее действия безрезультатны. Продолжаются двусторонние переговоры президентов Азербайджана и Армении, но и они пока еще не принесли результатов. Мы соблюдаем перемирие вот уже в течение более 6 лет, но оно не решает проблемы. Я призываю Организацию Объединенных Наций принять все надлежащие меры для выполнения резолюции Совета Безопасности.